Здравствуйте, друзья! Добрый вечер! И в данном случае, когда я говорю вечер, я таки да, имею в виду, что это вечер. Сейчас где-нибудь приближается к часам к 10 вечера. И мы со Светланой находимся в международной части. Ну, не так, я условно говорю. Аэропорта, то есть мы прошли все досмотры. То есть мы официально проверены, у нас ничего не звенит. И мы так движемся к нашему, да, гейту, который имеет номер 68, движемся не спеша, но с душой. Прилетаем мы в Вирджинию, туда. Самолет приземлится в 7 утра по тамошнему, а у нас это будет 4 утра. То есть можете себе представить, что если у нас сейчас, ну там сколько есть, влетаем мы примерно в 11, но сколько мы там поспим, я не знаю. В общем, я расскажу, что будет. Джо Малони. Да, друзья, если кому-то нужно потратить денег, пожалуйста. Я думаю, что на кофе вы потратите гораздо меньше, чем на косметику или там ювелирку. Пожалуйста, напитки. Но мы, честно сказать, в таком состоянии уже вечернем, что нам не до еды. Воду надо купить. Воду надо купить. Воду можно купить практически всюду. Ну, вот она есть. Можно, можно. Не из холодильника, мы попробуем. Сейчас купим водички. Вы видите, какой симпатичный у нас аэропорт Сан-Франциско. Его долго строили. И такое ощущение, что продолжают строить. Как-то стройка без конца тут идет. Хотя, что-то сегодня я не заметил стройки. Ну, в общем, вот так тут все очень мило. Да, чтиво всякое. Можно было и в таком месте водичку взять. Вот эти тут водичка продается в абсолютно любом ларьке с абсолютно любым товаром. А где выход номер 68, хотел бы я знать. Налево, налево. Вот. Знак говорит, давай налево. И мы идем налево. Да. А какой-то у них клуб тут, смотри, да? То есть, наверное, если ты как, часто летаешь? Часто летаешь. А мы тоже члены? Да. О, как! Мы любим Юнайтед. Свет, за что мы любим Юнайтед? Электроника всякая. Потому что там есть такой первый класс, который бизнес-класс, но он первый класс. То есть удобно. Да. Вот мы сейчас им полетим? Да. Окей. Ну, хорошо. То есть там будет что, место больше или там можно... Там, во-первых, два сиденья всего, а не три. Так. Ну и больше места, конечно, да. А на обратном пути у нас вообще будут реклайнеры. То есть можно вообще будет откинуться? Да, да. Замечательно. Ну, так вот получилось у Светланы, что в одну сторону так летим, а в другую иначе. Ну что, друзья, вот такой у нас аэропорт. Ну что, друзья, долго сказка сказывается. А самолеты быстро летают. Сейчас уже без четверти 8 по местному времени. И мы находимся в аэропорту Даллас. Это вот рядом с Вашингтон-ДС. И нам, собственно, штат Вирджиния, то есть совсем тут недалеко. Вот, что сказать, хорошо было лететь в бизнес-классе. Много места для колен, просторненько, всего двое нас там было в ряду, очень хорошо. Рано очень, конечно, по нашему времени сейчас где-то к 5 утра. Вот. И еще надо сказать, что, конечно, огромнейший тут аэропорт. Вот мои чемоданы идут. Теперь мы, друзья, едем в маленьком шаттле таком. Едем на рентовку автомобильную, где у нас заказан автомобиль. Вот, кроме нас пока никого нету. Да, Свет? 8 утра. Здесь холодно, знаете. А я подхватила вирус. Вот. В самолете. В самолете. Причем вот так раз, и все потекло из носа. Может, сосед твой? Нет, сосед ни к чему, ни при чем. Тут это вот через вентиляцию прям вирусы разносятся, и теперь я не знаю, как мне быть-то. Мы сейчас пройдем, Ну как, это чисто? Чайку горячего да сейчас нет, делаем. Да нет, это же вирус, меньше. Ну, посмотрим, посмотрим. В общем, друзья, вот я подозреваю это для подъема, может быть, кресло инвалидное. Да? Так вот и едем.
Вот, друзья, у нас Алена нас оставляет в гостиничном номере, в который мы заселились. Я показываю вам номер, пока мы не разложили наши шмутки. Я люблю это слово. Вот. Ну, холодильник. Так. Все, счастливо. Вот у нас номер. Тут, ну, сами видите, номер и номер. Так. Хороший, хороший номер. Вот так все это выглядит. Я сейчас думаю, где мне с компьютером-то расположиться. Так, значит. Так там он письменный стол есть, вот. Вот. Так. Это ничего себе бедрум, Света. Тут можно взвод разместить. Вот, вау. Да. Ух ты. И тоже класс. Стол. Вот он стол. Класс. Вот где. Слушай, компьютер-то я свой поставлю. Мне нравится здесь. Так. Класс. Окей. Это какое-то подразделение Хилтона, да? Как-то он называется. Чего-то там при Хилтоне. Так, ну-ка, зажги свет вон там, пожалуйста. Нет. А вот, вот тут, в этом темном углу, пожалуйста, зажги свет. Ничего не происходит. А как кажется. Это? А тут? Тут. Вот, друзья. Да. Зажегся свет, стало посветлей. Ну, значит, ваш покорный слуга. Так, ну такой обычный такой американский набор. Единственное, что просторно. Я бы сказал, что здесь попросторнее, чем в каком-нибудь таком, ну, среднем отельчике. Нет, потому что тут все-таки есть кухня полная, да. И ливинг-рум, и все. Нет, ну это целый свит, да? Да, то есть он свит, да. Такой, да. Ну хорошо.